просто его выпирает, его надо вытаскивать оттуда, прокапывать и заглублять. Наталья Борисовна. Да, мы сегодня хотели его спилить, а получается, что сейчас спилить, он будет торчать. Не, ну его весь вытаскивать. Сотрудники Главного управления содержания территории Подмосковья проинспектировали несколько населенных пунктов Одинцовского округа. Так, в Голицыне и Больших Веземах наблюдаются проблемы с уборкой тротуаров и проездов, а на детских площадках – наледь. Хуже всего выглядит территория Голицына и Больших Везем. Там коллегам предстоит большая работа. В основном за территории в большей мере отвечает МБУ. Там будет принято решение по руководителю ввиду его некомпетентности и плохой организации работ. Но в ближайшую неделю территории будут полностью очищены. Также комиссия побывала в Одинцове. Проверили качество содержания улиц Северной, Маршала Жукова и крупных жилых комплексов. Если мы будем говорить о ЖК «Гусарская баллада» и центральном Одинцово, то коллегам необходимо доработать некоторые пешеходные коммуникации и всерьез заняться уборкой наледи с парковочных карманов и последующим вывозом. Какие точки округа будут инспектировать сотрудники ГУСТ, муниципалитету никогда заранее неизвестно. Главная задача – увидеть реальную ситуацию на местности. Намеченные планы по укрупнению МБУ для того, чтобы те руководители, которые занимают эти должности, были компетентны, и они могли планово отрабатывать маршруты и правильно организовывать работу самого предприятия, чтобы впоследствии такое не допускалось. Дополнительно Светлана Аипова отметила, что следующей зимой в качестве противогололедных материалов в Подмосковье будут использовать соль. Это более эффективно, чем смесь соли и песка. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».